Дорогие друзья, всем привет. Понимаю, что нужно сделать небольшие пояснения о том, что это вообще за видео, почему они здесь появляются и что они, собственно говоря, значат. Потому что начинают появляться критические замечания типа того, что люди не понимают, в каком месте надо включать мозги и, значит, для чего эти видео здесь публикуются. Но забегая вперед, скажу, что все-таки мозги включать желательно всегда. Вот. Но в данных роликах этого делать, может быть, и не обязательно. Здесь цель этих роликов для того, чтобы прокачать эстетическое чувство и для того, чтобы показать всем людям планеты, как выглядят города России. Потому что часто можно встретить довольно много критических каких-то отзывов о нашей стране или показанные какие-то негативные моменты. Почему-то наши граждане страдают тем, что, значит, пытаются преувеличенно показать всю грязь и негатив, в то время как в нашей стране много довольно красивых, интересных мест, причем в самых разных городах. И показывать это тоже стоит, это интересно, это такие виртуальные прогулки по городу. Кстати, попадаются комментарии, где люди пишут, что давненько не выходил пешком. Например, человек узнает локацию и говорит о том, что вот, представляете, каждый день мимо езжу на машине, и глаз настолько замыливается, а здесь увидел эту прогулку, и как будто сам прошелся пешком, и действительно просто захотелось встать и прогуляться. То есть красота вокруг нас, красота в глазах смотрящего, но часто глаз замылен, и мы не хотим этого видеть. Вот эти виртуальные прогулки, они призваны к тому, чтобы возродить в человеке чувство прекрасного и показать, насколько разнообразно, богато и уникально наша с вами страна, в которой мы живем. Ну и также иностранцам неплохо показать, что же такое настоящая Россия.